неизвестного мира, абстрактного, когда вы ощущаете. Смелая русская, интересная, она всегда отличается от интересной.
поэтикам не просто вот это там иллюстрировать, что ли, тот или другой спектакль, а пытались пойти его суть, выразить суть, не просто административную. В это время действительно приятно, что, скажем, вся работа экспонирована на той стороне, они не посвящены философскому обобщению, философскому отражению своими жизнью тоже связано с тех мыслей, которые ее посещают. Я пожелаю радости от всей души самых больших. Ну, я знаю вашу трудоспособность в этом году. Спасибо. До свидания.